Добрый вечер, дорогие друзья. Я всегда, прежде чем начнется концерт, я благодарю именно зрителей, вас, потому что благодаря вам и вот состоится сегодня концерт, и каждый концерт, на который мы приходим, когда мы видим зрителей, мы играем для вас. И существуют критики, существуют какие-то направления, существуют какие-то суждения, но тем не менее, самое главное, критики – это вы, и поэтому для вас мы играем и показываем свое творчество. На самом деле, действительно, арт-ансамбль – это такой полистиличный проект. Также в наш состав иногда входят и художники, и видеоарт, и хореография. То есть это проект, в который входят творческие люди, которые предлагают свои идеи, и мы воплощаем их посредством выражения наших композиций совместных. Что и сегодня произойдет, то же самое, очень много будет импровизационной музыки, которая непосредственно будет рождаться прямо здесь на сцене. И это тоже, конечно, благодаря Алексею Круглову, он тоже большой сподвижник, он очень много делает проектов, очень имеет такую, как говорят, жилку, соединяет музыкантов, и на самом деле это не так просто. И поэтому я хочу тоже поблагодарить Алексея Круглова. И первая композиция, которую мы сыграем, называется «Узоры».
Следующая композиция – поэт, автор Алексей Круглов.
Спасибо, автор Алексей Круглов, и следующую композицию с названием «Экзотик». Thank you.
Thank you.
Олег Юданов! Вокал лес. Ударные перкуссии. Константин Силёвин. Вокал лес. Вокал флейта. Денис Шушков. Контрабас. Вокал лес. Москва. Меня зовут Алексей Круглов. И Тим Дорофеев. Вокал лес. Гитара лидер проекта. Небольшой перерыв, буквально, наверное, минут 10, чтобы передохнуть и дальше. А я хотел бы сказать, что 16 марта у нас тут будет презентация нашего диска, который выпустил лейбл Artbeat. И эта презентация будет... Этот диск выпущен с эстонским гитаристом Яком Солояром. Там Олег Юданов играет, и Денис Шушков тоже. Это двойной альбом, который у нас вышел буквально в декабре 2012 года. Так что все приходите 16 марта сюда в 8 часов. Будет презентация, будет эстонское трио Яка Солояра. Плюс будет еще и мы будем играть наши интерпретации Джона Колтрейна «A Love Supreme», то, что, в общем-то, и звучит на этом диске, на втором его альбоме, на второй части, точнее, этого двойного альбома. Итак, 16 марта, приходите, пожалуйста. Всех вас ждем. Итак, мы продолжаем. Я передаю слово Тиму Дорофееву. Он, в общем-то, будет объявлять следующее произведение. Да, и первая композиция, которую мы будем сейчас играть, называется «Сражение». Опять же, автор Алексей Круглов. У нас так получается, что этот проект состоит из авторских композиций моих и Алексея. И на самом деле они немного разные, но тем не менее в этом проекте мы соединяем их так, как каждый представляет свою музыку. Итак, «Сражение». Thank you.
Следующая композиция посвящена замечательному человеку, музыканту Владимиру Резицкому, который создал недавно фестиваль Архангельский и создал джаз-группу Архангельский. Вот уже следуем каким-то традициям. Мы посвящаем балладу Владимиру Резицкому. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Сейчас мы хотим пригласить на сцену нашего дорогого друга, одного из молодых музыкантов Москвы, который, кстати, является еще организатором, арт-директором, точнее, концертов в Орловской филармонии, и концерты эти проходят с большим успехом. Это один из наших больших друзей и молодой музыкант, который как раз-таки продолжает традиции, между прочим, те традиции, которые заложил в свое время Владимир Лизицкий. Итак, это Антон Котиков, который будет играть и на флейте, и на саксофоне. И мы исполним, мы думали одну пьесу, но на самом деле мы просто не будем объявлять вторую пьесу, потому что мы решили сделать такую двухчастную сюиту из композиции. Первая композиция принадлежит Тиму, она называется «Павлин», и последняя пьеса «Восхождение». Мы его сочинили. Так, а «Павлин» — это русская народная, кстати, песня. Просто выражёр в Тиму. Итак, «Павлин» и «Восхождение». В общем, символично.
Thank you.
Спасибо, спасибо огромное. Антон Кодиков, наш приглашенный гость. Константин Седой, вокал флейта. Архангельск. Олег Юданов, перкуссия, барабан. Архангельск. Денис Шушков, контрабас. Архангельск, Москва. Меня зовут Алексей Круглов. А это лидер проекта Тим Дорофеев, Архангельск. Гитара. Тим Дорофеев. Спасибо огромное. Очень приятно играть для вас. И надеюсь увидеть вас всех 16 марта. Приходите обязательно. Да, я еще раз благодарю вас. И всегда говорю, слушайте хорошую музыку. И дай Бог всем здоровья. Всего доброго, до свидания.